менее известного композитора и баяниста Александра Наюмкина. Интересно, что свое знаменитое произведение «Барыня» в джазовой обработке Александр Наюмкин в свое время сыграл перед Маргарет Тэтчер. Такой авторский подход к русской народной песне не оставил равнодушной даже «Железную леди». Не менее красивая его концертная фантазия на тему уже другой русской народной песни «Под окном черемуха колышется» – это произведение Александр Наюмкин посвятил баянисту Вячеславу Черникову. Александр Наюмкин – концертная фантазия на тему русской народной песни «Под окном черемуха колышется». Thank you.
вариаций. Это одно из самых крупных по размеру, единое по замыслу произведение Баха. Он назвал его арией с различными вариациями и опубликовал в четвертой части клавирных упражнений. Тема гольберговских вариаций взята из клавирной книжечки, сочиненной в 1725 году для Анны Магдалены Бах. Это сарабанда на мотив «Когда бываешь ты со мною». Пьеса существовала уже 10 лет, прежде чем Бах решил написать на нее вариации. Композитор написал гольберговские вариации по заказу графа Кайзерлинга. Гольдберг, ученик Вильгельма Фридемана и Иоганна Себастьяна Баха, служил у графа в Дрездене, и ему надлежало услаждать игрой на клавесине страдавшего бессонницей российского вельможу. Граф Кайзерлинг был слаб здоровьем и часто страдал бессонницей. Гольдберг, живший у него в доме, в подобных случаях должен был проводить ночь в соседней комнате и играть ему во время бессонницы. Однажды граф сказал Баху, что он был бы рад получить для своего Гольдберга клавирные пьесы нежного и несколько оживленного характера, чтобы они немного развлекали его в бессонные ночи. Бах решил, что для этого более всего пригодны вариации, хотя сочинение в подобном роде он считал неблагодарной работой, поскольку гармоническая основа оставалась в них неизменной. Граф называл это произведение своими вариациями. Он мог без конца слушать их и долгое время. Как только наступали бессонные ночи, он говорил: «Любезный Гольдберг, сыграй же мне одну из моих вариаций». Иоганн Себастьян Бах, Гольдберг, вариации «Ария» и «Семь вариаций» исполняет заслуженный артист Украины Иван Чурилов. Thank you.
Thank you.
вальса, автор многочисленных танцевальных произведений и нескольких оперет. В 1833 году началось триумфальное шествие музыки Штрауса по Европе. Лондонские музыкальные критики называли его Моцартом вальсов, Бетховеном котельонов, Паганини галопов и Россини попури. Иоганн Штраус, вальс «Весенние голоса». Забыла сказать, что вальс Штрауса – это алмаз, а бриллиант из него сделал Иван Адамович Яшкевич. Ну, а Иван Васильевич, если получится, покажет. Thank you.
Thank you.
уже английского. Арчибальд Джойс в филигранной огранке Георгия Шендерева. Вальс «Осенний сон». Thank you.
Thank you.
почули.